Полузащитник Барселоны Иван Ракитич поделился мнением о матче 31-го тура испанской премьеры с Леганесом 3-1 и хет-трике нападающего каталонского клуба Лионеля Месси. «Все говорят о Месси, потому что он это заслужил. Даже я буду говорить о нем, когда приду домой, это нормально, что по ходу игры мы сбавили обороты, потому что очень мощно начали. Было крайне важно удачно провести первые минуты матча. Мы набрали очередные 3 очка и играли хорошо на протяжении продолжительных отрезков игры. Очень гордимся, что повторили испанский рекорд лиги. Это показывает силу Барселоны, мы обязательно должны его побить», — приводит слова Ракитича в футболе Лиспана. Барселона повторила 38-матчевую беспроигрышную серию. Реала Сосьедад Барселона обыграла Леганес благодаря хет-трику Месси. Месси повторил рекорд Роналдиньо по голам со штрафных за